Добрый день, дорогие друзья! С вами Анна Смит на канале Питер Видео. И сегодня мы с вами посетим один из самых красивых соборов Санкт-Петербурга – Смольный собор. Какова же история создания Смольного собора? В 1741 году на императорский престол восходит императрица Елизавета Петровна, дочь Петра I. Проведя какое-то время на престоле, она решила передать титул своему племяннику Петру Федоровичу. И для того, чтобы не удаляться из столицы, которую она очень любила, она решила на берегу реки Невы построить себе монастырь, где она могла бы жить и молиться. И в качестве место, где будет построен собор, был выбран Смольный двор, где в свое время Елизавета Петровна провела свои лучшие молодые годы. Проект создания Смольного монастыря был поручен известному архитектору графу Растрелли. Сейчас мы с вами поближе подойдем к Смольному собору, зайдем в него, полюбуемся его внешним убранством и поднимемся на звонницу Смольного собора. Высота ее примерно составляет около 50 метров. Оттуда открывается великолепный вид на Санкт-Петербург. Смольный собор строился с небывалым размахом. Тысячи солдат были согнаны для забивки сваи под фундамент и тысячи мастеровых для возведения стен. Финансирование из казны было на удивление щедрым и регулярным. Но когда через несколько лет величественный храм был возведен и оставалось только завершить внутреннее убранство, русские войска перешли границу Пруссии, и Россия ввязалась в 7-летнюю войну. Денег стало катастрофически не хватать. Строительство собора прекратилось. Да к тому времени и мечты государыни о затворничестве незаметно прошли. Появились новые заботы. В 1761 году императрица Елизавета Петровна умерла, так и не дождавшись освящения Смольного собора. С 1762 года, после отъезда Растрелли в Италию, главным архитектором Смольного собора был назначен архитектор Фельтон. Было окончательно решено не строить колокольню на уже подготовленных фундаментах. Фасад собора оштукатурил каменных дел мастер Эркум Казаспра. Модели украшений для церковных глав выполнил скульптор Франческо Ре. Модели скульптурных украшений для фасадов собора по рисункам Растрелли исполнил ЦЭК. Их установка завершилась в 1768 году. Собор оставался недостроенным почти 70 лет, и его состояние постоянно ухудшалось. Трещины на сводах грозили обрушениями, высокие подвалы были затоплены водой. Смольный собор, заложенный в 1748 году, был окончательно достроен архитектором Стасовым только в 1835 году. Архитектурный ансамбль Смольного монастыря состоит из, собственно, собора и расположенных вокруг него каре двухэтажных жилых корпусов. Пятиглавие собора выполнено необычным образом. По изначальному проекту Растрелли планировал построить однокупольный собор по образцу европейских храмов, но императрица Елизавета настояла на православном пятиглавии. В итоге собор построили пятиглавом, но только один центральный купол относится непосредственно к храму, остальные четыре – колокольни. Центральный купол расположен на барабане и по размерам значительно больше остальных. Он имеет шлемовидную форму. Сверху его венчает расположенная на фонаре луковичная главка, имеющая при этом большой размер. Четыре одинаковых колокольни имеют вогнутую форму и состоят из двух ярусов. Во втором ярусе располагается звонница.
каждую из колоколен венчает маленький луковичный купол. В 1764 году в Смольном монастыре размещается только что основанное воспитательное общество благородных девиц. Инициатором его создания был уже известный Иван Иванович Бецкой. Воспитание смолянок носило закрытый характер. Им старались привить красивые манеры и приличное поведение. Но тщательно отгороженные от мира, они производили впечатление робких и застенчивых. Мы начинаем свой подъем на звонницу Смольного собора. Идемте с нами. Собор вызывал восхищение уже при подходе к нему издалека. Обладая странным мистическим свойством, как бы уходить в землю при приближении к нему, он, тем не менее, не утрачивал своей величественности и грандиозности. Совершенствуя его пропорции, красоте декоративного убранства отдавали дань профессиональные зодчие. Рассказывали, что Кваренги, представитель совершенно противоположного взгляда на зодчество, как человек интеллигентный, всякий истинный талант уважал. И, как передает легенда, несмотря на свой непримиримый характер и откровенную враждебность по отношению к Растрелли, ежеутренне, проходя на строительство Смольного института, останавливался напротив главного входа в Растреллевский собор, поворачивался к нему лицом, снимал шляпу и, обращая голову к куполам, восклицал: «Вот это храм!» Смольный собор является действующим собором, и посетить вы его можете в любое удобное для вас время – с 7 часов утра до 8 часов вечера. Мы надеемся, что наш небольшой рассказ о Смольном соборе вам понравился, и вы захотите посетить это замечательное место. С вами Анна СМИ на канале Питер Видео. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайк. Всего хорошего, до свидания.